Здорово! На этой неделе интернет прям особенно постарался и выдал подборку прям орного контента. Так что усаживайтесь поудобнее и смотрите внимательно. А то неудобно перед ним, он же старался. В этом выпуске вы узнаете, как дятел терроризировал старушек, куда колбаса ходит танцевать, о чем кричат в Португалии и как соблазнить павлина за 2 минуты. Каждый мечтает хоть раз мелькнуть на экране телевизора. Так вот, герою следующего видоса удалось сделать это аж 3-жды. Орные новости! Сука, ну и рожа! Он всем своим видом напоминает новый мем про Пикачу, но делает это как крипово. Небось еще и корешей на трубе набрал и давай им азбукой Морзе. А теперь прикиньте, каково было этим самым друганам. Лежишь себе в кроватке, 2 часа ночи, как вдруг звонок. Алло, кто это? А еще представляю, как охренел оператор, когда к нему в кадр вползла эта... Сущность в виде гномика. И вообще, о чем был данный выпуск новостей? Небось, репортеры обнаружили на улице это существо и попытались выйти с ним на связь. Правда, в кадре никого из журналистов нету. Неужели он их съел? Но в полицию звонить смысла нет. Вряд ли кто такого ксеноморфа арестовывать возьмется. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все. В общем, мне, конечно, и хочется сказать, что этому челу... Надо закрыть рот. Но лучше пусть продолжает. По крайней мере, он ведет себя воспитаннее некоторых коллег. Если вас задолбали шумом соседи, не спешите ехать за город, потому что свой дятел может найти вас везде. Пернатый террорист. Помилуй, по коньку дятел вот он бьет. Вот. Идите, посмотрите. Ну. Дятел клювом. Мы когда приехали первый раз, я не пойму. Покажу кругом. Думаю, террористы какие-то. Ох ты, террорист. Да какой он террорист? Это ж кровельщик. Только советы ему неправильные дают. Широкой делайте, широкой или широкой. Ну или он просто со звука тащится. Ему бы кого-нибудь в напарнике, и можно хэви-метал группу замутить. Да серьезно, зачем он в крышу хреначит? Прям так и хочется спросить. Идиот! Походу, этому дятлу Вуди железа в организме не хватает. Ну ничего, сейчас кто-нибудь ружье притащит и добавит засранцу. Главное, чтобы он в ответку шмалять не начал. Я не пойму. Покажу кругом. Думаю, террористы какие-то. Дятел явно не из ложков. Бьет короткими очередями и экономит патроны. Чтобы с таким справиться, нужно элитного снайпера вызывать. Там, кстати, далее в видосе бабка дело говорит. Ну, холостяк какой-то. Так бы был бы забот, деток бы кормил, а так вот не нашел себе подругу. Вот-вот. Когда подруги нет, приходится долбить себе самому в одиночку. Представьте самую омерзительную из всех, что вы видели. А теперь забудьте, потому что сейчас будет полный слюнявая бухгалтерия. Какого хрена? Не проще ли было поставить мисочку с водой, чем нанимать целого сотрудника, чтобы... Наверняка вы сейчас хотите задать только один вопрос. Ну что это, А я вам скажу. Это стабильный заработок, полный соцпакет и симпатичный коллега напротив. Ну серьезно, может чувак 2 вышки получил, чтобы до этой должности добраться? Профессиональный подлиза. Хотя нет, будь такая должность, то на нее бы этого бродягу взяли. Зато наш лизун точно знает, каковы деньги на вкус. А еще где 2 минуты ранее побывал палец этого счетовода. Блин, я одного не пойму. А чувак не боится, что слюнявый может однажды ему палец откусить, а после прихватить все баблишко и на выход срульнуть?
Короче, ну их нахрен, этих фетишистов. А видосик вы все равно себе сохраните. Будете потом детям показывать, если спросят, зачем в школе учиться. А до 1500 478. Некоторым людям, ну, просто некуда девать собственные деньги. Специально для них герой следующего видео сейчас подскажет вариантик. Надежные инвестиции. Вот это я понимаю. Копилочка. Таких приколов я не видел еще, парни. Он же натурально деньги в жопу выбросил. Хотя почему выбросил? Закинул, я тебе сразу говорю. Зря, кстати, он в конце по газам вжал. Пиво, пуха! Раз уж закинул монетку в музыкальный автомат, мог бы и ответного представления дождаться. Да нет, не такого. Какая сила притяжения, твои глаза! Вот так гораздо лучше. А ведь наверняка этому деду попрошайке многие говорили: у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст. Ну, ни хрена подобного. Правда, маловато вышло, всего одна монетка. Я бы на его месте сразу агриться начал. Тут так мало. Но дед на позитиве. Вон как обрадовался, когда ему холодный пятачок промеж булок проскочил. Я даже знаю, как со стороны второго водилы вся эта картина выглядела. Не хватает всего 37 рублей. Не такие деньги, чтобы я мог разбогатеть. В общем, непонятно, удастся ли этому голожопому весельчаку собрать на новые штаны. Ну, хотя бы на свеженький шнурок в качестве ремня уже должно хватить. А в следующем видео у мужика всплыла колбаска и пустилась в пляс. Да честно, отвечаю, сами посмотрите. Расколбас недели! Вот это ее в натуре расколбасило. Вообще не удивлюсь, если окажется, что она своим трением всю пиццу разогревает. Не, ну вы заценили, как она нижний брейк хреначит? Я, конечно, не профессионал, но, по-моему, эта сырокопченая борзая напичкана чем-то не совсем полезным. Какими наркотиками? Вот только непонятно, почему чуваки за камерой так ржут. Тут надо ученых звать, а лучше экзорцистов, потому как... Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ну или как минимум ветеринара. Ведь этой бедной колбаске явно очень больно. Не удивлюсь, если она еще во время поджарки признаки жизни подавать пыталась. Ну, оператору... Вообще, чего не скажешь о самой плите. Вы только гляньте, какими безумными глазищами она на этот хоррор смотрит. В общем, надеюсь, на данный момент мучения колбаски уже закончились. И она нашла вечный покой там, где ей лучше всего. В следующем видосе есть рыдающий мужик. Но о нем пока что забудьте, потому как самое интересное происходит на заднем плане. Задняя спелеология. Aquí con... Cuando te quieren rascar la nariz, pero no te dejas. El chato no se deja que le rasquen la nariz, pero sí se deja que le rasquen el culito. Так-так-так, ну и что же он там ищет? Где детонатор? В таком случае я его разочарую, потому что в лучшем варианте он там обнаружит... Шоколад! Ну а в худшем... Что может быть хуже? Это живой огурец. Ах, да, точняк. El chato... Особенно меня поражает отсутствие каких-либо эмоций у обладательницы пятой точки. Хотя, знает, может, у него беда какая-нибудь приключилась. Ну, например... Сингалеты лопнули! А чувак на выручку пришел и клапан травит. Ну или эта хитрюга там заначку держит. А ее спутнику на банку лимонада монетки не хватило, вот он психанул мальца. Ну вылезай, сука, я ж тебя в покое не оставлю. Короче, не знаю, чем там занимается наш фекальный археолог, но мне как интересно, почему мужик на переднем плане натурально так рыдает. Эльчату. И на этот счет у меня есть один вариантик. Видимо, чел не прошел отборочный тур по сованию рук в штаны. Вот и вынужден наблюдать за триумфом победителя. Человечество решило множество загадок, но вряд ли кому удастся понять, что делает чувак из следующего видео. Идиот! Идиот! Хотя тут все просто. Чел отвертку забыл взять, вот и приходится выкручиваться. Вот так вот.
Вот так вот. Либо у него почасовая оплата, и он страдает, лишь бы заплатили побольше. Даже шапочку специально надел, чтобы ни у кого лишних вопросов не возникло. Делай это элегантность. Ну или просто дрель не зарядил. Ты дебил? Там же провод мотыляется. Ну, значит, электричества нету. Ага, мужик на переднем плане как порнуху на компе ищет тогда? Вон, даже салфеточки припас. Ну хорошо, раз ты такой умный, то скажи, нахрена мужику коробочка из-под яиц посреди рабочего стола? Ха, да это же элементарно, чтобы вот таких вот крокодильчиков делать. В общем, надеюсь, чувак справился с работой и ничего не сломал. В конце концов, ему в голову могла прийти идейка и похуже. Доставка посылок в наши дни становится все более клиентоориентированной. И сейчас вы поймете, почему. Резиновая почта. Воу-воу, полегче. Хорошо, хоть окно закрыто было. Попади такая писька кому-нибудь в лобешник, человека убило бы нахрен. Хотя весь видос более чем странный. Не, ну я могу понять ребят на улице, они просто нашли креативный способ послать. Но почему полная комната парней порадовалась этому резиновому подгону? Хорошо, хоть окно не перепутали. Да ты стоишь, релаксируешь на балкончике. Вот царская Рима дворина. Как вдруг тебе прилетает. Я вот только никак не врублюсь, как деваха с первого раза умудрилась прилепить своего гибкого друга. Откуда столько опыта и сноровки? Как вам сказать? Небось, свободное время в автомастерской подрабатывает. Вот и научилась паре хитростей. В общем, я без понятия, кто эту войну начал и чем она закончится. Но лучше этим дилдометам по тапкам дать, пока им ответка не прилетела. Лови аптечку. Приготовьтесь, что следующее видео вам напрочь башню снесет. Потому что я смотрел его раз 10 и вообще не врубился, что за там произошло. Что это было? Это полная обосратушки. Я даже не знаю, что у меня вызывает больший ор. Телега с лошадью на буксире у машины. У машины, сука. Сальто навернувшегося извозчика. Или вот этот мирно отдыхающий джентльмен, врубивший заднюю от увиденного. Что у них там вообще произошло? Такое ощущение, что на соседней улице у них там цистерна с самогоном навернулась, а теперь у них у всех... День обжора шашлыков и барбекю. Ладно. Сейчас вам все расскажу, что произошло. Ну, хотя бы попытаюсь. Короче, мужики погрузили бревна на телегу с лошадью, чтобы тачку не испачкать. Но лошадке стало тяжело, и что же они сделали? Правильно, взяли телегу на буксир. Но какого хрена они не отцепили саму лошадь? Не знаю. Походу, лошадка там единственное трезвое существо в радиусе 3 километра. Вот она и решила оборвать все безобразие и в кювет сиганула. За свободу! В общем, пацаны, не лепите камеры видеонаблюдения, где попало. А то такие видосы появляются, там без пол-литра хрен просышь, чё да как. А следующий видос из мира животных. И оператору в этот мир лучше не попадать. Сторожевой баран! Hello! Ну, вот и все. Приехали. Вернее, добежали. А ведь будь камерамен просторопнее, мог бы и спастись. Убегай, Сабир! Убегай! Но конкретно этот барашек оказался особенно дерзким. Вообще не удивлюсь, если его Борисом звать. Борис, кончай, Борис. И в свободное время он на тракторных ковшах злость срывает. Одного не пойму, зачем оператор вообще туда поперся? Там ведь табличка висела. Но ему, видимо, хотелось суициднуться как-то поинтереснее. Вот он решил проверить свою пятую точку на бронебойность. В общем, может, барашек и крут. Но если бы он обитал в другом месте, то уже катался бы с ветерком со своими новыми друзьями. Всем известно, что павлины грациозные и красивые птицы. Но с такого ракурса вы за ними по-любому еще не наблюдали. Павлиний харассмент.
Мяу! Вот это ракетище! Не удивлюсь, если после такого унижения пернатый на околоземную орбиту вышел. И парочку кругов там навернул, пока не осознал, что вообще произошло. А произошло самое настоящее предательство. Этот... Сука, петушара. Был готов к чему угодно, даже в суп отправиться. Но только не к такой подставе от хозяина. Какой же ты друг после этого, а? А ведь он только-только хвост перед курочкой расфуфырил, а тут такое обламинго. Уж не знаю, сколько статей птичьих законов нарушил этот любознательный натуралист, но павлинам явно надо сделать митинг в честь ущемленного братишки. Настоящий мужик способен донести до своего дома все покупки за один раз. Прям как герой следующего видео. Отец года. Терминатор поднял малого, будто гантелью в тренажерке. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Еще и рожу кирпичом сделал, как у наемного убийцы. Hasta la vista, baby. Видать, сынуля закатил в магазе истерику за некупленную конфету. Ну, а потом... Все, потом. Вырубила его. Мы тут с вами ржем, а дитё явно чем-то болеет. И ему надо срочно прописать оздоровительного ремня. С батяней ему точно повезло. Любой другой на месте мужика просто телепортировал капризулю с помощью волшебного подсрачника. Но разве можно детей бить ногами? Конечно, конечно, а только ногами и нужно. Хотя я тут подумал, а что если это вообще какой-то левый пот сваляется? Мужик просто прикинул. Годный. Возьму-ка его себе, будет мне пиво домой таскать. Ну и недолго думая... Осталось только этот нюансик как-то жене объяснить. Но думаю, она не будет сильно против. Так неожиданно и приятно. В мире есть определенный тип людей, которые любят гулять под дождем. Но есть такие личности, которые любят не только гулять, но еще и ездить. Зацените. Что мне снег, что мне зной. Мне кажется, при просмотре этого видео не обязательно быть профессионалом, чтобы понять, что ему... Вообще... А что если этот джентльмен был удивлен ценами на химчистку салона? И просто-напросто решил сэкономить. Не хватает всего 37 рублей. Да и куда он вообще собрался в такую погоду без крыши? Хоть зонтик бы открыл, ну или дождевичок накинул. Кстати, я думаю, чел, наверное, не особо хотел, чтобы его снимали. Но в таких ситуациях, как обычно, поблизости окажется парочка операторов. Мне кажется, в этот момент у чела был дико крутой эмоциональный настрой. Может, он себе даже что-нибудь напевал для уверенности. Я свободен! Поездочка у него, конечно, мокрая выдалась. Но в любой ситуации всегда надо искать свои плюсы. Я вот думаю, такая освежающая поездка... Улучшает настроение и... Улучшает аппетит. А может быть, вообще у его девушки родаки свалили, она его к себе позвала. Я думаю, в этом случае сборы заняли бы у него меньше всего времени. Что ж там про крышу говорить? Да и вообще, может, в этой машине аэродинамика так хорошо рассчитана, что капли в салон вообще не залетают. Поэтому наш водила, возможно, еще выйдет сухим из воды. Куда плывем? В берег. Многие люди в наше время снимают запоминающиеся моменты на свои гаджеты. И порой они делают это слишком часто. Но иногда видос на память может оказаться не таким, каким вы хотели. Облом недели. Okay, nice one. Если вы любитель опасных моментов в футболе, то вы, наверное, здраво так обломались. Да и какого хрена он вообще подъехал в такой важный момент? I don't know. Не, ну серьезно, я думаю, наш оператор не особо так обрадовался, что в его семейном архиве теперь такой фейл будет. Ну что это? Да и вообще, чтобы избежать подобного недоразумения, нашему контент-мейкеру нужно было с самого начала как-то обозначиться. Я снимаю! И вы заметили, что у ребят действует старый добрый выбор вратаря? Толстяка на раму! В натуре! Да, кстати, самое главное, не забывайте, что спорт — это травмоопасная тема. И в этом деле главное без травм. Ай, больно ноге! Я считаю, что водителю все-таки повезло, что дядька такой лайтовой фразой ответил.
Okay, nice one. Боюсь, будь он в плохом расположении духа, диалог состоялся бы у них не из веселых. Ну вылезай, сука, я ж тебя в покое не оставлю, я ж тебя найду. Ну и вследствие чудовищной невнимательности драйвера нам с вами не суждено узнать, кто выиграл этот матч. Хотя... Анжи выиграет, да, наверное. Жизнь полна неудач, но то, что происходит в следующем видосе, вообще за гранью. Братан, это физика! Ну что это? У чувака такая реакция, будто весь мир в один миг черно-белым стал. Хотя любой на его месте выглядел бы так. Оно и понятно ведь. Привет. Твоя сила и мудрость. А магическая составляющая этого эликсира безвозвратно профукана. Особенно бесценна реакция прибежавшей девахи. Да ее натурально чуть инфаркт не хватил, когда она увидела литрушку пива. Даже попыталась мужику втащить, но... Шоколад ни в чем не виноват. Потому что никакой... магии рептилий. Тут нет, и разгадочка этого фейла проста. Стакан перед подачей помыли в кипятке, а потом налили туда холодненькое пиво. От перепада температур стакан хоть и прожил какое-то время, но затем... Так что если чувак подумал, что это знак свыше и, мол, надо бросать, то бросать определенно надо. Но не пивал, да, официантку за то, что она такую подставу кинула. Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр. Впереди вас ждет офигительный музыкальный номер. Это был Плюс 100500. Меня зовут Максим. Пока.